Все равно не получится. Потому что это уже командная игра. Без этого не получается. Поэтому твой маркетинг – это как что? Как футбол, как хоккей. Тут это не одиночный игрок. Поэтому, поскольку это бизнес, который в одиночку невозможно это делать, надо привлечь большое количество людей. Чем большое количество людей привлекаешь к своей команде, тем быстрее поднимаешься. Поэтому я буду говорить массовый народ. Хорошо? Это суть в том, что надо научиться массовый народ привлечь. Чем больше, тем лучше. Но только качественный. О, основная проблема массового народа в чем? Это два. Ограниченные мышления. Они думают ограниченно. Очень сильные ограниченные сознания. Когда вы им показываете ваш маркетинг-план, например, вы показываете маркетинг-план человеку, что ты можешь заработать здесь $2000, $5000, $7000 и так далее, вы начнете говорить, ты можешь зарабатывать более $10000 и так далее. У большинства людей, которые ежемесячно его доход был $200, $300, он не может это понять. Это выглядит похоже на того человека, который тысячи лет назад кто-то ему рассказал бы про сотовый телефон сегодняшний. Он не может это, потому что он не видел глазами, он это не может верить. Он не может понять. Это похоже, что вы человека 500 лет назад, который жил на земле, рассказываете, показываете о самолете. Разве он поймет, что самолет, что такое? Человек, который 500 лет назад жил, он же не поймет. То же самое выглядит. Я хочу, чтобы вы поняли, когда вы привлекаете людей, которые более-менее готовы. Я не говорю, что люди хорошие или плохие. Люди все хорошие. Но кто-то более-менее готов, кто-то более-менее не готов. Я работаю уже 23 года уже как бизнес-тренер. Видите? Вот это 1 316 017 человек, это было в прошлом году. Когда год заканчивается, я буду поднимать статистику, сюда добавить. Это очень приличное количество людей. Это тех, которые посещали, регистрировались в моих тренингах. А то, что, которые в Ютубе учатся у меня, или там где-то, их непонятно сколько. Или соцсети, и так далее. Это что я хочу сказать? Я хочу сказать, что работа 23 года, за эти годы появились определенные инструменты, появилось определенное понимание, почему так это происходит. Я буду делиться с вами тот опыт, который накопил за эти годы. Самое первое. Ограниченное мышление. Много людей думают ограниченно. Я хочу показать вам, как это работает. Давайте все вместе это делаем. Договорились? Хорошо, чтобы вы меня поняли.